Здравствуйте, с вами Кузница Железные Братья. Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Наш канал для взрослых людей. В основном здесь мы презентуем нашу продукцию, нашего собственного производства, ножи ручной работы. Помимо этого, я периодически снимаю для вас развлекательные видео в кулинарном формате, готовлю в казане. И хочу попробовать новый формат. Пожалуйста, в комментариях напишите, насколько вам это интересно. Хочу поснимать для вас покатушки на квадроциклах, где мы в поездках на природе, в условиях дикой природы, будем также тестировать нашу продукцию, ножи, топоры и все прочее. Уже отсняли одно видео, сейчас оно в монтаже, правда, оператор у меня уехал в отпуск, но ничего, скоро вернется. Сейчас он на Байкале любуется нашими российскими красотами, самым глубоким озером в мире. Ну ладно, вернемся к нашему разговору. Давайте познакомлю вас с своим квадроциклом. Это CF Moto Seaforce 600. Квадроцикл с объемом двигателя 580 кубических сантиметров. Мощность 43 лошадиных силы. Для меня этой техники более чем достаточно. Не лазю в какие-то жесткие, в какую-то жесткую грязь. В основном просто езжу вот по таким полевым дорогам, по полям, по лесам. Наслаждаюсь природой, шикарными видами. И, соответственно, планирую поснимать для вас видео в таком формате. Пожалуйста, друзья, отпишитесь в комментариях, насколько вам это интересно. Развлекательные видео с покатушками на квадриках, ну и, соответственно, параллельно с обзором наших изделий. Я думаю, будет весело, будет интересно, ну и будет драйвово, прямо скажем. Поэтому, друзья, жду от вас реакции в комментариях, ставьте лайки, пишите ваше мнение. Для меня это очень важно. Мне нужно знать, что вы об этом думаете, стоит ли развивать видео такого формата. Спасибо за внимание. С вами Удалов Сергей, Кузница Железные Братья. С большим уважением, друзья!